Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть Portal 2. Извини за беспорядок. После того, как ты убила меня, я немного запустила этот комплекс. Кстати, спасибо за это. Проверка сарказма завершена. Сарказм. Все снова работает. Пока ты будешь проходить первое простое испытание, начну все восстанавливать. Попытаемся узнать, как испытуемые ведут себя, если запереть их в помещении со смертоносными лазерами. Эх. Вот так вот. Недурно. Я и забыла, как ты хорошо с этим справляешься. Конечно. Все же нужно поторопиться. Нужно провести еще много тестов. Давай. Я выживу. Так. Что-то мне... Следующее испытание связано с кубами преломления подавленности. Я сконструировала их буквально накануне твоего эпизода. Теперь мы сможем посмотреть, как они работают. Один должен быть в углу. Вот так. Так, один должен быть в углу. Ладно. Я должен попасть туда. Это что-то сломано, да? Так, ладно. Вот. Вот он. Да ё-моё. Вот так вышли. Возьмем куб. Давай. Давай. Вот так. Ага. Блин, так это-то у меня и так было. И оп. Взяли куб. А-а-а. Вон оно что, Михалыч. Вот так вот. Это призма такая, да? Линза. Понятно. Так. Теперь надо его как-то достать оттуда. Прекрасно. Вот результаты теста. Прекрасно. Ты ужасный человек. С чего бы я это? Серьезно, тут так и сказано. Ужасный человек. Хотя мы на это даже не тестировали. Не расстраивайся из-за этой оценки, ужасный человек. Это лишь оценка на основе данных. Если тебе интересно, теперь есть научное объяснение, почему твоя мать бросила тебя при рождении. Вот тебе спасибо, я даже не знал об этом. Если бы не ты. Так, что-то тут сломано. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Так, сюда мы зашли. Угу. Так, что-то загорелось. А куда еще-то надо? А, вот сюда надо. Давай. Чуть дальше. Берем куб. А,
Подожди-ка, подожди, 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 нет, 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 нет. Для начала вот так вот. Вот так для начала. А, тихо, тихо, спокойно. Спокойно, граждане. Так, подожди, подожди. Положим. Вот так. Поздравляю. Не по поводу теста. Большинство выходит из консервации очень худыми. Хочу тебя поздравить. Тебе каким-то чудом удалось набрать несколько килограммов. Это я хорошо ел. Их много-много спал. Давай. Блин, подожди. Один момент. Ты проходишь эти тестовые камеры быстрее, чем я успеваю их строить. Ты можешь притормозить и заняться чем-нибудь другим, чем-нибудь, что не разрушит этот комплекс. Я хочу тебя еще раз уничтожить. Так. Понятно. Это я куда попал? Ну, вот это неплохо. А как мне туда попасть? Потом оттуда, вот туда. Мне надо куб, да? Где что? О! Вот он. Так, минутку, подождите. Так. Куб. Он мне здесь нужен, куб-то? Блин. Куб. Он мне нужен там, на кнопку, так. Поэтому куб пока пусть здесь будет. Так. Блин, как бы мне сделать? Так, если я портал сюда перемещу, желтый, то синий нам надо будет туда переместить. Окей, на. Стой, 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 стой. А, вот он, все правильно. Синий сюда. На. Заходим на платформу. К твоей чести, ты меня слушаешь. Вот но так. К твоему сведению, нет нужды делать все так медленно. А я и не медленно делаю. И продолжим испытание. Что это за запчасти ты мне тут? Туда-сюда катаешь. Убить меня хочешь? Убийца, лифт. Так, ладно. Картинок. Картинки, ладно. Что меня ожидает? Сколько кубиков? Ага. Было. В следующем испытании используется воздушная панель веры. Она была разработана в ходе исследования, как испытуемые справляются с трудностями, если их катапультировать в космос. Результат оказался очень информативным. Никак. Удачи. Так. И где что? Мне надо, да, подхватить этот куб успеть? Так, ладно. Ага! Блин, да как? Так, ладно. Что-то я, может, как-то не совсем понял, как это... Куб забрать с собой? Можно.
Стоять, кубики-рубики. В следующем испытании используется воздушная панель Веры. Она была разработана в ходе исследования, как испытуемые справляются с трудностями, если их катапультировать в космос. Результат оказался очень информативным. Никак. Удачи. Ну-ка, давай. Вот так. Интересный факт. Ты дышишь не настоящим воздухом. Закачивать его так глубоко под землю слишком дорого. Мы просто удаляем двуокись углерода из воздуха, освежаем его немного и закачиваем обратно. То есть до конца своих дней ты будешь дышать одним и тем же воздухом. Мне показалось это интересно. Нет, это не интересно нисколько. Какой следующий тест? О, улучшенные воздушные панели Веры. Отлично, получаю удовольствие, паря в воздухе и не думая о мире. А я пока схожу, принесу сюда пару тонн битого стекла. Здорово. А зачем они тебе? Эти битое стекло. Так, я должен перепорхнуть туда. А зачем? Да, нет, назад. Так, случайно наступил. Так. Должен порхать. Ну, давай, вот так попробуем. Порхай как бабочка, жаль как пчела. Итак, и что там мы? О, прошу прощения, я пока еще расчищаю эти тестовые камеры. Поэтому временами в них все еще попадается мусор. Стоит и смердит без всякой пользы. Постарайся не столкнуться с летящим мусором. Тут ничего нету. Ой. Давай. Вон они, кубы. Давай. Мне его поймать надо. И опа, поймал. А чё я только что я поймал его? Чуть дальше. Вот так. Помнишь, я говорила тебе про мусор, который стоит и смердит без всякой пользы. Ну и? Это была метафора. Я имела в виду тебя. И я прошу прощения. Ах ты, тварь. Ты не отреагировала сразу. Тварь. И я забеспокоилась, что ты пропустила это мимо ушей. Тогда извинение выглядело бы чем-то ненормальным, поэтому я только что снова назвала тебя мусором. Вообще здорово. Знаешь, что люди, обремененные угрызениями совести, чаще пугаются громких звуков? Поезд. Извини, не знаю, откуда этот звук. В любом случае, это интересный научный факт. Так. Что-то запустилось. О, неужели я растворила его прежде, чем ты прошла тест? Это случайно, извини. И давай. Возьми еще один, пока он не исчез. Давай. Вот так вот. Я и этот растворила. Падла. Ну и ладно. У нас на складе масса всяких вещей. Они ничего не стоят. Я даже рада от них избавиться.
Вот так. Вот так. Ну вот нормально. Так, мне куда-то надо прыгнуть, да? Вон туда надо прыгнуть. Во-во-во-во-во-во. Так, ну-ка. Отсюда и туда. Давай-ка вот так. Вот так вот. Отпускаем. Не хватает, да? Опаньки. Понятно. Давай тогда вот так. О, интересно, с кубом я пролечу. С кубом пролетел. Так. Хопаньки, хапатушеньки. В каждой тестовой камере есть поле антиэкспроприации на выходе, чтобы испытуемые не могли вынести опытные образцы из зоны испытаний. Данное поле сломано. С собой ничего не бери. Ну я ничего и не собираюсь брать. Что мне здесь брать-то? Мусор только. Твои запчасти. Ну давай. Следующее испытание включает в себя поле антиэкспроприации. Помнишь его? Я рассказывала тебе о нем в прошлой тестовой камере, где его не было. Потолок, да? Составляешь? Составляешь. Восстанавливаешь, знаешь, потихонечку. Что тут у нас? Снова турбины. Мне надо идти, хотя этот тест требует некоторого объяснения. Давай я по-быстрому введу тебя в курс дела. Вот. Если у тебя будут вопросы, прокрути в голове на замедленной скорости то, что я сказала. Скоро вернусь. Так. Так. Ну-ка вот это. А куб мне нельзя протащить. Понятно. Хопа. Тогда я вот посюда его вытащу. Я обратно даже вот так зайду. На всякий случай. А то мало ли, вдруг это все опять исчезнет. Накроется поездой. Давай, давай, давай. Возвращение, глава 3. Это глаз вернулся, наверное. Что? Куда? Воздушная панель Веры сигнализирует о неисправности. Ты ее сломала, да? Вот, попробуй сейчас.
Ты что случилось? Я там лежал, ты подумал, что мне конец, я был жив. Эта панель не рассчитана на испытуемых твоего веса. Я добавлю несколько нулей к ее максимальному грузу. Давай. Кстати, отлично выглядишь, очень здоровый. Попробуй сейчас. Представляешь, я сам не поверил, и потом птица. Похоже, ты превосходишь ее весовые ограничения. Хорошо, я просто опущу потолок. И... Так, куда это я попал? Я где-то... А где это я? Так... Ну, вроде нормально. А как кубик где? Кубик взять? Кубик-то где? Так. Кубик. А внизу мне делать-то нечего. Внизу. Вон туда мне надо. Как туда попасть? Так, мне надо, значит, как-то так вот оттуда упасть. Откуда-то с высоты. Что-то маленько не совсем догоняю. Как мне это сделать? Кнопочка. Да ё-моё. Так. Ну-ка, а если вот так? На. Давай. Если вот так. О, класс. Так, а где кнопочка-то? Блин, не туда, надо туда сначала. Ой. Сначала надо на кнопочку нажать, чтобы кубик появился. Ладно. Хопа. Теперь вот так. Потом вот так. Да, я плясать мостак. Берем наш драгоценнейший куб. Направляем его сюда. Сюда. Потом. Ага, вот так вот. Все. Это не так-то просто. Ходить в гости. Только посмотрите, как величаво она парит в воздухе, как орел. На воздушном шаре. Конечно. Конечно, как орел на воздушном шаре. Ну ты комедиант, я тебе скажу. Кто в тебя закладывал этих пушки? Кто туда? Пушки-то выталкивал. Кто в тебя закладывал такие шутки? Удовольствие от следующего испытания. Я иду на поверхность. Там такой прекрасный день. Вчера я видела оленя. Если ты пройдешь следующее испытание, возможно, я позволю тебе подняться в комнату отдыха и снова расскажу, как видел оленя. Ну ты здорово придумала, конечно. Так, ладно.
Для начала мы... Так. Ладно. Так, подожди, стой. Давай кого-то отсюда, вот так вот. Воп. Воп. Блин. Так, а как мне тебя сделать, чтобы я туда мог улететь? Ну, давай вот так вот. Хоп. Ну, слишком просто. Никаких заморочек. Вот так. Пролетели. Сейчас вместе с шариком, ой, с шариком, с кубиком полетаем. Так. Ну, мы здесь и... Кубик, ты со мной. Так, не совсем понимаю, куда мне здесь. Еще выше? Еще выше. Зачем мне еще выше? Ну-ка. Надо вот эту поди панель опустить. Давайте посмотрим. Панель опустили. Ну, давай. Опа, даже не разбился, да? Прекрасно. Мусор подгребают, молодец. Ой-ой. Это я куда? Это мне куда-то сюда надо. Это я за кубом. Ага, здорово. Только мне его не сюда надо-то. Мне его не сюда надо. Отправляем здесь. Опа. Ставим портал. Пошли со мной на всякий случай, мало ли. Для начала. Вот так. А теперь я. Опа. Опа. А, смотрите, как куб-то все-таки мне пригодился. Иди сюда. Так, какой мне надо? Желтый портал. Ну. Так. А зачем мне это? Кто бы знал? Как мне туда теперь? Как мне теперь туда попасть? Как попасть? Как попасть? Ну-ка. Блин, это мне куда-то на туда прыгнуть надо, умудриться. Или как? Так. Как мне к тебе туда попасть?
Ну-ка. Да. Отойди. На. Вообще здорово. Так. Вау! Здорово полетал. Ты прошла испытание. Конечно. Сегодня я не видела оленя. Я видела нескольких людей. Но поскольку ты здесь, у меня уже предостаточно испытуемых. Ну и тебе что, одной меня хватает? Опыта только на мне. Так, прибыли. Пункт назначения. Ну и... Эти мосты состоят из естественного света, который я поставляю с поверхности. Если ты подставишь лицо, то почувствуешь, словно стоишь снаружи и солнце светит на тебя. От этого также загорятся волосы, поэтому не делай этого. Так. Что-то не совсем понимаю. Правильно же я сделал? Правильно. Только мне сначала надо... Блин, блинский. Ладно. Из света, значит. Ах, света. Почувствуешь, словно стоишь снаружи и солнце светит на тебя. От этого также загорятся волосы. Поэтому не делай этого. Давай, это просто. С одной стороны, это просто. С другой стороны, хрень какая-то происходит. Так. Куда он упал? Где он? Так. Эй, я не понял, а как мне их достать-то? Ну, конечно, это здорово придумали, а как достать-то их? Хоть один кубик-то как-то. Так. Минутку. Кубики-то внутри этой штуки. Понятно. Ну-ка вот здесь вот давайте-ка сделаем. Камера есть. Так. Ну кубик-то мне никак не взять. Ё-моё. Как кубик-то мне взять? Куда мне идти? Так, немножко подальше. На, вот так. Ну тут никак. Ну и кубика тут нету. Что-то я не понимаю маленько. Так, на кнопку мы нажали. Нажали? Нажали. Кубики падают? Падают. Но почему-то... Так, теперь мне... Нет.
Вот так. Еще дальше. Еще дальше. Вот так. Давайте посмотрим. Как кубики-то доставать, эй? Как мне достать куб? Они тонут. Так, а что у нас? Ага, ага. Не пойдет, нет? Не пойдет. Блин, так рассчитывал. В чем подвох? Нужен ли тут куб вообще? Ну-ка, если вот так. Упирается, не доходит. Угу. Ну-ка, вот так вот. Опа. Попал. Ладно. Так, все-таки. Я думаю, все-таки туда куда-то нам надо. Опа. Прошли сюда. Опаньки. Вот так. Давай. Поймали. Так, где ты? Далековато немножко. Вот сюда. Опаньки, опаньки. Это опатушеньки. Ну что ж, я могу вам сказать. Да, тут немного вот. Пришлось по молдохаться. Прекрасно. Ты хищник, и эти испытания твоя добыча. Кстати, для следующего испытания я рассматривала использование акул. Знаешь ли ты кого-нибудь другого, кто убивает людей, пытающихся помочь? Ты подумала, акулы? Это неверно. Правильный ответ – никто. Никто, кроме вас, не проявляет такой бессмысленной жестокости. На этом все. Подписывайся на мой канал. Оставляем комментарии, ставим лайки. Пока!